Переизбранный на второй срок президент Франции Эммануэль Макрон официально вступил в должность главы государства на 5 лет. В Елисейском дворце состоялась церемония инаугурации французского лидера. Во время торжества руководитель Конституционного совета Франции Лоран Фабиус снова провозгласил озвученные ранее официальные итоги президентских выборов. В конце своей речи он объявил Эммануэля Макрона избранным президентом республики, а также великим магистром Ордена Почетного Легиона. Это ознаменовало собой начало его второго срока. На мероприятие приглашены 450 гостей. Отметим, что после победы на выборах Макрон заявил, что ставит цель превратить страну в великую экологическую державу. Также французский лидер отметил, что намерен бороться за более справедливое общество, а также за равенство мужчин и женщин.